Так, добрый вечер, друзья. С вами снова Павел Тарасов. Меня не будет видно, потому что я на компьютере, у которого нет веб-камеры. Но мы с вами уже знакомы, меня уже видели. Вот. О чем я вам хочу сегодня рассказать, это о том, какие мы подобрали для вас рекомендуемые программы и сервисы и для чего они нужны. В прошлый раз у нас была достаточно развернутая беседа на тему Miro и на тему Google Docs. С вами общалась Лиза. Вот. А у нас еще с вами, как видите, не знаю, по идее, вам должны были ваши кураторы вот такие вот шаблоны на доске добавить. И здесь, в общем, достаточно хорошо подобрана информация. Вот, если этого не произошло, вы, пожалуйста, ваших кураторов спросите. Они знают, где найти эти шаблоны, с тем, чтобы вам было легче во всем этом разбираться. Плюс таблица со всеми этими программами, а также с альтернативными версиями, которыми вы можете пользоваться, она тоже есть у нас в подборке Google документов. Ссылку ваши кураторы тоже вам могут на это дать. Вот. Итак, у нас с вами достаточно большое количество программ и сервисов предстоит для освоения. Наверное, сегодня есть смысл поговорить, для чего они нужны. Только что передо мной выступал Илья, и он рассказал о том, что такое концепт-дизайн, и, в общем-то, вся методология нашей проектной школы, она в какой-то степени основана именно на методологии концепт-дизайна. И тут уместно, я не знаю, смотрели ли вы такие фильмы, «Бегущий по лезвию 2049» и фильм «Инсепшн», он же «Начало» Кристофера Нолана с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Вот. В целом, ваша задача создавать максимально эстетически привлекательные, скажем так, воспоминания, которых у людей не было. Вот. То есть создавать некие образы. Слово «dream» в этом смысле, наверное, более подходящее. Вот. Но для того, чтобы создавать вот эти воспоминания и создавать привлекательный эстетический вариант будущего, необходимо владеть инструментами. К сожалению, просто так, из головы, сегодня это все не работает. Возможно, в будущем будут разработаны такие интерфейсы взаимодействия с программным обеспечением, которые позволят вам прямо из головы фантазировать и рисовать силы мысли. К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены пользоваться огромным количеством вспомогательных устройств, программных пакетов, ряд которых мы постарались здесь вам привести. Какими критериями мы пользовались? Критерии простые. Эти сервисы должны быть бесплатными и максимально простыми в освоении. Вот. Собственно, вот эту подборку вы перед собой видите. Вам для этого в каких-то... Что вам понадобится? То есть я давайте буду фиксировать с помощью стикеров вот здесь. Вам понадобятся учетные записи. Учетная запись Autodesk. Так как все вы являетесь школьниками или студентами, компания Autodesk совершенно прекрасно сделала шаг навстречу вам. И достаточно большое количество программных продуктов, которые она разрабатывает, она предоставляет бесплатно для школьников и студентов.
Для этого нужно только правильно зарегистрироваться на сайте, завести учетную запись учебную. Вот. В принципе, огромное количество инструкций в интернете, как это делать, имеется. Вот. Я там постараюсь какие-то основные моменты для этого вам показать. Вот. Кроме этого, вам понадобится учетная запись Adobe. Так называемая базовая учетная запись Adobe, которая тоже не предполагает оплаты. И есть сервисы, которые можно использовать либо в тестовом периоде бесплатно какое-то время, а у нас школа ограничена по времени, и в целом у нас есть возможность спланировать установку софта таким образом, чтобы бесплатный пробный период попал у вас на обучение. Вот. Тем не менее, мы используем из линейки Adobe только продукт Fuse, и он, в общем-то, так как он не поддерживается компанией Adobe больше, да, и он в бета-версии так и остался, то, насколько я понимаю, у него реальная версия, она не имеет ограничений по сроку действия. Вот. Вам понадобится учетная запись Google. Для того, чтобы использовать SketchUp. Вот. Кроме того, учетная запись Google на самом деле вам позволит автоматически завести учетную запись Adobe. Вот. И еще вам понадобится учетная запись Epic Games. Которая тоже активируется с помощью Google. Кроме того, мы с вами посетим несколько сайтов. Там не требуется учетная запись, но, возможно, придется оставить какие-то данные о себе с тем, чтобы программа, компания-разработчик программы, которую мы будем использовать, которая потратила определенные ресурсы на разработку этого программного продукта, очень сложного, дорогого и качественного, они предоставляют этот продукт бесплатно, легально. Вот. Ну, в обмен они хотя бы хотят знать, кто этим продуктом будет пользоваться для того, чтобы как-то использовать это в маркетинговых целях. Я думаю, что это совершенно логично с их стороны. И в благодарность за бесплатное использование продукта, я думаю, такую информацию можно предоставить с вашей стороны. Вот, собственно, есть продукты здесь, которые я знаю не очень хорошо. Их здесь, наверное, два. Это SketchUp и Sketchbook. О них, воркшопы по ним у нас будут в рамках трека дизайна и в рамках трека урбанистики. И вообще по всем продуктам, которые здесь есть, у нас будут воркшопы. Мы будем показывать вам, как пользоваться этими программами, как создавать в них проекты, как сохранять файлы, в какие форматы там все можно экспортировать. Вот. Но про остальные постараюсь рассказать. Постараюсь. Ну, и Blender, наверное, тоже не совсем моя епархия. Ну, периодически в него захожу. Так что у нас со временем. Время еще есть. Ну, давайте пойдем по порядку. Программный продукт, первый, о котором я вам расскажу, и на примере которого
нахожу взаимодействие с компанией Autodesk, это Fusion. Я перехожу по ссылке, которая приведена на доске. Вот. И, собственно, куда она у нас приводит? Она нас приводит на страницу сайта, где вы можете скачать ее для учебного использования. Вот. Соответственно, вот вам предлагает, ну, так как я уже, у меня уже есть аккаунт, в Autodesk, то он мне предлагает для того, чтобы скачать Fusion, дозаполнить свой профиль. Я вхожу, и, соответственно, вот он предлагает указать здесь страну. Россия. Educational role. Смотрите, я преподаватель Московского политеха, соответственно, я указываю роль educator. Вы указываете роль студент. Я сейчас, ну, просто галочку такую поставлю. Вот. Соответственно, вы выбираете high school, secondary. Вот. Я, ну, если вы школьники, если вы студенты, university, post secondary. Вот. И здесь указываете дату своего рождения. Вот. Я специально сейчас создал аккаунт, которым не пользуюсь, для того, чтобы показать, на какую вы попадете вкладку, когда будет все это дело скачивать. Собственно, главное правильно все это дело заполнить, нажать дальше, и у вас будет возможность скачивать не только Fusion, но и другие программные продукты. Если вы зайдете на страницу компании Autodesk в раздел, ну, давайте я сейчас везде выйду, закрою эту вкладку. Так, зайду, начну с самого начала. Где это все искать? В целом эта история вся гуглится, но если вы попали на сайт autodesk.com, это американская версия сайта. Мне удобнее ей пользоваться там, в силу опыта уже, потому что обычно с ней взаимодействую. Вы можете пойти на русскую версию, тогда, я не знаю, ну, наверное, это как-то по-другому будет немножко организовано пространство внутри сайта. Я вам советую пользоваться американской версией для Соединенных Штатов. И, соответственно, выйдите в самые низ страницы, и выбираете вот здесь вот в разделе Support and Learning раздел Students and Educators. И, попадая на эту страницу, выбираете вкладку Free Software, бесплатное программное обеспечение. Вот. Вам здесь компания Autodesk на странице выведет 6 бесплатных продуктов. Inventor и AutoCAD и 3D Max, наверное, знакомы большинству из вас. Это инженерные программы, те, кто занимался инженерией, по крайней мере, слышал о них. Fusion – это тоже новый, ну, условно новый продукт для того, чтобы разрабатывать в комплексе, иметь возможность сделать все от дизайна до инженерии и производства. Вот. 3D Max – это программа, ну, очень часто используемая для архитектурной визуализации. Maya – это, допустим, для компании Pixar внутренний продукт, которым она пользуется при создании своих мультфильмов. Вот. Но в чем штука? Штука в том, что если вы промотаете вот сюда, то вот обратите внимание – Free Educational License Products. Бесплатные образовательные продукты. Обратите внимание, сколько их здесь. И они действительно все доступны с этой вот студенческой лицензией, которую можно получить. Про все эти, ну, программные продукты говорить можно тут достаточно долго. Я не буду этого делать. Вот. Но просто знайте, что эта возможность есть у вас. Ну, в общем, что вам нужно сделать здесь? Мы вам рекомендуем скачать Fusion для того, чтобы создавать
какие-то вещи для промышленного дизайна, малоархитектурной формы и так далее. Окей, по этой ссылочке сходили. Ну, сейчас я, да, вернусь сюда. Вот, Fusion, соответственно, дальше точно так же срабатывает ссылочка очень просто на сайт Blender, страницу по закачке. У меня macOS, поэтому мне вот предлагает сайт скачивать сразу версию для macOS. В целом есть для любой операционной системы версия Blender. Вот, вы нажимаете, он весит не очень много, порядка 200 мегабайт, если вы сравните с другими программными продуктами, с тем же Autodesk, он весит там, ну, гигабайт 2. То есть Blender, он очень легкий. Вот, вы его скачиваете, он достаточно просто устанавливается. И вот так вот выглядит Blender внутри. Для чего он нужен? Blender нужен для того, чтобы работать с полигональной геометрией. Если говорить о Fusion, ну, сейчас он пока загружается. Fusion — это более инженерная история. Моделить можно по-разному. Вот, кому-то привычнее моделить вот таким вот способом. Там, твердотельным, так скажем. Вот. А кому-то более удобно полигонально, кто к чему привык. Вот. Здесь у меня вот сейчас под рукой проект, который мы делали в рамках курса по при визуализации в видео. Мы создавали макет дома, в котором происходило действие, потом мы его импортировали в Unreal Engine. Вот, для такой задачи, например, может использоваться Fusion, но на самом деле не только для этого, потому что, ну, например, если сейчас загрузится, ну, пусть пока загружается. То есть, в целом, внутри Fusion создаются объекты, примерно похожие тому, как вы можете создавать, например, в SolidWorks или там, в Inventory, или в AutoCAD. Вот. То есть этот пакет чем-то напоминает все эти три вещи. Вот. Blender — это история больше связанная с полигональным моделированием, да, то есть здесь уже стандартная история с тем, что делится объект, ну, вернее, объект может быть представлен либо точками, либо гранями, то есть ребрами, либо гранями, да, и они называются, соответственно, Vertex, Edge и Face, вот. Вы с ним можете взаимодействовать внутри пакета вот таким образом. То есть мы им будем тоже пользоваться для того, чтобы что-то создавать, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы конвертировать. То есть иногда вы можете, допустим, скачать какой-то файл в формате OBJ. Вот, да, получить его. Или в формате DAE, да, Digital Asset Exchange. Или в формате STL из какого-то 3D-пакета. Вот. Или GLTF — это гугловский формат для 3D. Вот. И вам нужно будет перевести, допустим, формат FBX, который понимается, который в себя может нормально включить Unreal Engine, да, в котором будем собирать с вами сцены. Соответственно, Blender в этом плане очень легко помогает работать. То есть вот для чего он примерно нам будет нужен. Вот. Так. Ну хорошо, двигаемся дальше. А, ну вот, сборка внутри. Сборка внутри. Так, как тут все это?
Вот. Внутри фьюжена, соответственно, это такой трубчатый каркас. Здесь, кстати, достаточно хорошо отработано вопрос подвески, правда, не показаны элементы крепления. Вот. То есть такого рода объекты тоже можно создавать внутри фьюжена, причем они могут работать. То есть вы можете рассчитать здесь там, ну, наверное, на проекте здесь вам это не понадобится, но инструменты, с помощью которых вы можете здесь что-то создавать, они, в общем, такие более инженерные, соответственно, для промышленно создаваемых объектов они, наверное, более пригодны. Так, ладно. Двигаемся дальше. Да. Прекрасный совершенно продукт, вот эта спайка вот этих двух продуктов, это Fuse и Mixamo. Я просто без ума вот от этих двух программ, ну, вернее, одна это программа, вторая это сервис, я непременно хочу вам это продемонстрировать. Первое, что за сервис, это сервис Fuse, да, он доступен для скачивания на сайте компании Adobe. Вот, а у меня он уже скачан, он уже установлен. Вот, ну, собственно, вот, по ссылке переходите, нажимаете «Download». Вам предложат зарегистрироваться, вы можете использовать учетную запись Google и совершенно просто скачать этот прекрасный продукт. Значит, смотрите, в чем заключается работа вот этого продукта. Так как у нас с вами, мы не просто делаем дизайн, а мы делаем дизайн, который... проектируем еще не просто опыт какого-то абстрактного пользователя, а мы создаем конкретного пользователя и через сюжет проводим этого пользователя. Соответственно, у нас должен где-то внутри какой-то жизни находиться. Вот. Поэтому, чтобы создавать персонажей, самое первое, это вот прекрасный инструмент под названием Adobe Fuse. Я сейчас соберу персонажа, это будет, допустим, мужчина. Очень просто устроен интерфейс у Fuse. Я выбираю сначала голову, потом выбираю тело, выбираю ноги, выбираю руки. То есть я могу выбрать разные, я просто сейчас делаю это достаточно быстро с тем, чтобы... у нас персонаж собрался быстро. Вот у нас достаточно быстро скомпоновалась 3D-модель персонажа, но это, знаете ли, не все. То есть этого персонажа мы можем кастомизировать. И достаточно детально. Что я имею в виду? Вот смотрите. Допустим. Вот руки. Да? Допустим, бицепс. Ну, здесь вот сейчас не видно, но если я вот так вот сделаю... Ага, я понял. Я в настройках слетела одна неприятная штука. Сейчас, секундочку. Так, вот это тоже у вас может случиться. Это количество вариантов, ну, количество делений шкалы изменения, которые можно производить. Так, иногда бывает. Вот сейчас... Соответственно, она у меня вернулась на место, и, я не знаю, видно, нет. Вот, видите, я могу изменять пропорции в руке, вот, величину бицепса, трицепса и так далее. Вроде бы незначительные изменения. Давайте я вот эту вот настройку. И она более ощутима. Но штука в том, что можно изменять пропорции, допустим, соотношение частей тела между собой. Да? Можно плечи делать выше, больше, меньше. Меньше,
Италию там, и так далее. Настроек огромное количество. В целом, ребята, с которыми я работаю на проектах в университете, мы создаем персонажей с помощью вот этих вот вещей, и, соответственно, их можно очень-очень сильно кастомизировать, то есть они создают очень разнообразных персонажей. И это сейчас я только, допустим, вот фейс, да? Вот, изменяются брови. То есть, видите, настроек бровей только одних, ну, сколько? 9 штук. Да, щеки. Почему-то сильно они отображаются. Можно изменять форму носа, высоту бровей, форму черепа, изменять ширину разреза глаз, высоту положения вот этого разреза. Да? Короче, огромное количество манипуляций можно производить с этим человеком. Вот видите, это настройки только для головы, вот они все. Вот. Есть настройки для ног, есть настройки для зубов и так далее. Вот. Дальше персонажа можно одеть и одеть его совершенно там каким-то разнообразным. И можно еще сделать прическу. Да. И, соответственно, все эти там предметы одежды можно перекрасить и так далее. Вот. Самое интересное не в этом, самое интересное в том, что сейчас этого персонажа я могу экспортировать. Допустим. Далее. Далее на рабочем столе я его смогу найти. Вот. Я сейчас его сжимаю, объясню почему. Создаю архив и дальше я иду на сайт. Логинюсь.
И на сайте Миксомо я могу этого персонажа загрузить. Немножко надо подождать. Общем, что с этим персонажем можно будет сделать? Можно будет ему присвоить вот любую из анимаций, которую мы найдем на сайте Миксома. А их здесь более 2000. Соответственно, вот мы накидываем основные точки, чтобы у нас система автоматического создания скелета понимала, как вообще наш персонаж устроен. Да, мы добавляем основные точки и идем теперь. Ну, не самое удачное, в общем, я выбрал для него штаны и сапоги, да, но никто не мешает сделать это более удачно. Кстати, цвет одежды, текстуру тоже можно настроить отдельно во фьюзе и персонажа создать более внятно. Пока у нас загружается этот персонаж, я тогда вас пока что приведу Unreal Engine, где вот такого рода персонажей у меня уже создано какое-то количество. Вот, у меня собрана сцена с камерами, с персонажами вот здесь сейчас. И это, в общем-то, реальный, ну, запись урока, который мы создавали там с ребятами, того, чтобы показать, как это все работает. Вот. И вот здесь пример созданной сцены, работы с камерой, работы со светом. Персонажи просто статичных позов здесь собраны. Вот. Но об этом мы тоже будем рассказывать, как их включать внутрь Unreal Engine, как собирать здесь сцены, как работать со светом, с камерами, с монтажом этих сцен, как добавлять звук и так далее. То есть это будет некая точка, где вы будете собирать ваш итоговый видеоролик, проводить ваших персонажей по реальной архитектуре, которую вы создадите. То есть вот здесь, например, да, использована такая достаточно быстрая сборка архитектуры, просто какие-то готовые совершенно стены из Unreal Engine использованы. Вот, смоделирован некий такой вот павильон, вставленные источники света. Вот, в целом здесь такая атмосфера, очень похожая на павильоны Мосфильма. Вот, но с камерами сейчас возвращаемся Миксома. Вот, наш персонаж, он ожил, смотрите. То есть он только что был просто такой болванкой, собранной как конструктор, но теперь это живой человек. Такой вот Франкенштейн. Вот. И, соответственно, я могу ему с помощью вот этих сервисов
попросить его исполнить любую анимацию. Вот. Понятно, что не все анимации ему подходят вот, в этом образе. Да? Вот. Соответственно, можно все это дело просматривать, как-то эту анимацию настраивать. Вот. Конечно, она смотрится, ну, не так, как профессиональная, но, друзья, мы с вами потратили на создание этого персонажа меньше 5 минут, да, и за 5 минут мы его загрузили там, вместе со скелетами, уже на нем готова анимация. Когда это делают профессиональные аниматоры, ну, вот они его по концепту будут собирать, не знаю, там, в неделю, а до этого они, чтобы научиться это делать, несколько лет учились. А мы с вами, не зная, не умея ничего, имеем возможность с помощью таких вот прекрасных инструментов сыграть таких персонажей. И самое главное, что потом использовать их внутри Unreal Engine, например, или там внутри Blender, кому что удобнее. Вот. Здесь у меня статические персонажи, но если... Далеко за примером не ходите, я надеюсь, сейчас долго грузиться не будет, это вся история. Что-то... Да. Мне еще нужно уровень другой загрузить. Собственно, вот, это такая базовая штука. Пока что грузятся текстуры, не обращайте внимания. Вот, у нас есть здесь тоже вот такой персонаж, созданный внутри фьюза, проанимированный через Mixom и импортированный в Unreal Engine, и какие-то две простые анимации на него наложены. Тоже для работы студентов, с которыми мы действуем в нашем университете. Прекрасная, брутальная женщина. Вот она тоже проанимирована каким-то образом. Это работа наших студентов первого курса. Так, ну, о чем еще мы не успели с вами сказать? У нас, в общем-то, осталось порядка минут. Вот я показал Unreal Engine, я вам показал, да, и, конечно же, DaVinci Resolve. Самый необходимый для вас инструмент на первом этапе, на самом деле, с него надо вообще по-хорошему начинать. Почему? Потому что у нас к вам было такое требование, просьба, это DaVinci Resolve в качестве монтажной программы скачать. Если у вас есть уже, вы подписаны, у вас есть подписка на Adobe, и у вас есть Premiere, например, или вы пользуетесь Mac'ом, или у вас есть планшет, и вы, например, используете бесплатную программу iMovie, вот, либо используете там платную программу Final Cut Pro. Может быть, вы пользуетесь тоже, насколько я знаю, не бесплатной версией, но, может быть, у вас каким-то образом оказалась программа Sony Vegas. В общем, что такое DaVinci Resolve? Почему мы его на нем остановились? Потому что это бесплатный легальный программный продукт, и он профессиональный. То есть он в целом вам пригодится в дальнейшем для того, чтобы создавать, там, если вы будете это делать, профессиональные видеопродукты. Там, ролики, клипы, фильмы, мультфильмы и так далее. Вот. Значит, по ссылке вы попадаете сразу на страницу для скачивания DaVinci Resolve, нажимаете вот на эту ссылку. Вам предлагают скачать одну из этих двух версий, но вот эта версия платная. Вот, поэтому я вот выбираю DaVinci Resolve 16. И мне предлагают заполнить регистрационную форму. Ничего страшного тут нет. В общем-то, эти данные, насколько я знаю, детально это не проверяет. Если вы там, ну, в общем, в целом я всегда указываю реальные данные. Проблем в этом никакой не вижу. Я пользуюсь этим продуктом достаточно давно, там, для того, чтобы делать
так я работаю на Mac, в основном использую там, другие программы для монтажа, но, в общем, мне удобно передавать вот эти вот проекты потом в DaVinci Resolve тем, кто работает на Windows, например. Или мы со студентами тоже создаем видеосюжеты, и удобно работать на вот такой, в такой программе, которая мультиплатформенная. То есть она и на Windows, и на Mac вполне себя хорошо чувствует. Вот. У нас на доске есть прекрасный... Сейчас. Прекрасный урок от блогера, который занимается вот вопросами монтажа и композитинга, Дима Драгуна. Вот эти все ссылки, они тоже рабочие. То есть все вот эти ролики, они запускаются вообще изнутри мира. Вот. И, соответственно, вот, пожалуйста, и вы их можете посмотреть. Напротив каждого продукта здесь приведены вот эти ссылки на видеоролики, которые смотрятся прямо отсюда. То есть мы максимально постараемся вам жизнь облегчить с тем, чтобы у вас все получалось быстро и легко. Что из особенностей, конечно, в основном все тьюториалы, они на английском языке. Есть прекрасная тоже совершенно компания образовательная Moviola. Это компания занимается образованием в сфере кинематографии. Вот, вот их канал на Ютубе. У них есть официальный сайт, сходите туда, я думаю, там будет интересно. И у них есть совершенно прекрасный плейлист. Это Previsualization Survival Guide. Вот это название. Вот. Это серия из 6 роликов, которые, в общем-то, тоже в какой-то степени положены в какой-то части в основу трека визуализации, потому что это очень просто, очень понятно. И быстро. Вот. Посмотрев, в общем-то, все эти ролики, вы будете в состоянии сделать то же самое, вот, чему бы вас хотим научить. Но тем, кто не понимает английский язык, тоже не советую сильно волноваться, потому что, в общем-то, воркшопы по каждому этому шагу мы будем проводить отдельно, они будут дольше по времени, они будут на русском языке, они будут учитывать ваши вопросы, поэтому, в общем, я не вижу никаких проблем для вас. Вот. Но если вы хотите быть впереди планеты всей, то, пожалуйста, смотрите эти уроки. Я вас призываю к тому, чтобы вот все программные продукты, которые перечислены вот здесь, они, в общем-то, не имеют срока, условно говоря, годности, да? Вот. Вы можете использовать их бесплатно неограниченное количество времени. Вот. И, вернее, ограниченное количество, но которое... То есть образовательная лицензия Autodesk, она, по-моему, дается на один год, и потом она продляется. Но насколько обычно они ее продляют, но случаи бывают разные. Вот. Поэтому, пожалуйста, начните сегодня устанавливать вот эти программные продукты на ваши компьютеры, пробуйте в них что-то делать, набивайте шишки, общайтесь между собой в чатах на этот предмет. Я уверен, вам они очень понравятся. Вот. А сейчас я тогда заканчиваю нашу презентацию и перехожу. Где-то у меня были ваши вопросы. Набор вопросов. Так. Ну, вопросов нет. Если вопросов нет, тогда я готов с вами попрощаться, дорогие друзья. Вот. Если вопросы появятся, ну, можете их адресовать, наверное, в эту форму.
или как-то еще через ваших кураторов передавать. И еще раз говорю, по всем софтам, которые мы вам привели, ну, обязательно будут воркшопы, и не переживайте, что вы сейчас чего-то не запомнили. Сейчас мое выступление носило ознакомительный характер, а в дальнейшем вы сможете с этим всем, конечно, познакомиться более детально и использовать это в ваших проектах. Всем спасибо. Рад был нашей с вами встрече. Эфир готов закончить.